Ярославцы в призах чемпионата России по парикмахерскому искусству. Воспитанники колледжа сервиса и дизайна заняли на соревнованиях в Москве весь пьедестал. Студенты 3 месяца готовились к национальному турниру практически в ежедневном режиме. Мы очень старались, мы готовились. Мой тренер Анастасия Владимировна Совкина, она помогала мне на каждом этапе. Мы вместе придумывали прическу, разрабатывали пастиш, разрабатывали украшения, вкладывали душу в это, вот просто в каждую стразинку. Вот это вот все мы придумали с мастером, с Ольгой Николаевной, ей спасибо большое за это, она мне помогала. Вот, и мы с ней сидели, думали, тренировались. Лучшими ярославцы стали в номинациях прическа новобрачной, прогрессивная мода, коммерческая стрижка, а также в дизайне ногтей. Многие, несмотря на то, что еще являются студентами, работают в салонах с этой специальностью, хотят связать карьеру и жизнь. Я вижу свою жизнь вот, связанную именно со всей индустрией красоты. То есть, может быть, возможно, в дальнейшем сложится что-то по-другому, но в сфере красоты я останусь всегда. В составе нашей сборной также участники из Рыбинска, Углича, Гаврилов, Яма. В общекомандном зачете ярославцы заняли 2-е место.